Мощь, сила, профессионализм, неприкрытый талант в совокупности с потрясающим сочетанием формы, цвета и контраста. Все это нижегородцы и гости города смогут увидеть на Всероссийской художественной выставке «Единение» 2021 год. Большой масштабный проект, подготовленный Союзом художников России, нижегородским отделением. И впервые в столь масштабном и значительном объеме Минина-2, НГХМ, искусство 20 века, это новая локация для нашего художественного музея, принимает это грандиозное событие. Первые посетители с радостью делятся своими впечатлениями от увиденного. Очень интересная, многоплановая, много различных картин, стилей. Вообще люблю авангард, поэтому вот все картины в таком стиле привлекли мое внимание здесь. Стоит сходить, посмотреть. Много положительных эмоций, я думаю, получит любой человек, который любит искусство, живопись. Каждая картина по-своему индивидуальна, и поэтому рассматриваешь и понимаешь, пытаешься понять, что художник пытается показать в своих картинах. Это очень интересно. Всероссийская художественная выставка «Единение» 2021 год укрыла под одной крышей многих художников и творцов Российской Федерации, в творчестве которых в художественной форме утверждаются идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и преданного служения своему народу и отечеству. Среди них и Зураб Церетели, и народный художник, академик Виктор Иванов, который в свои 97 лет до сих пор пишет картины. Мы должны вспомнить, что год его рождения 1924-й. Он до сих пор работает, и он является представителем такого направления в русском искусстве, в отечественном искусстве, как суровый стиль. Он был одним из создателей и инициаторов послевоенной вот этой художественной среды, сурового стиля. И из этой большой группы очень маститых людей он один остался жив. Выставка продолжит свою работу до 5 декабря. Любой желающий может посетить выставочное пространство при наличии QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Служба информации. Мария Бурова, Иван Масов.